Ага, кумжа. Да? Кумжа, а вот на этой кумже. На какой? Вот у меня. Да хуй там. Значит, две кумжи. Василий, подождите. Ну что, держите что ли? Да, жерлицы пособирала в кучу. Я не чувствую, что ты тянешь. Да, что, бур надо? Да, Сань, бур. Так, сейчас можно просто попилить ветки. Нет, так в сторону. Подожди, дайте одну, я одну сейчас выдерну. Давай, давай, давай. Сначала. Подожди, крупная одна у меня сидит. Ну, у меня тоже будет такая. У нас такая на килограмм попалась. Блять, зашло. А не. Вот. Ебать, хорошая. Дай поводок-то взять, а? Есть поворот. Блять, она почему-то боком. Василий Васильевич. Ну как... я не трогаю, я ничего не делаю. За бошку бери, за бошку бери. Вот это кумжина. Вот это поросенок, блядь. А там еще один есть. Есть, да? Да. Еще, блядь, такой. Положи ее, пока вытаскивай вторую, пока не сошла. Подожди, подожди. Не-не, там жер... это жерлица другая. Есть что-то еще? Спасибо, спасибо, еще потом не тяни, это другая жерлица, ты сейчас жерлицу. Тоже хлясик туда утащил. Вон еще одна. Ну, еще одна хорошая. Тоже, блядь, так. Тихо, тихо, не торопись, мама. Блядь, у меня... Вон она. Да, здесь не ходит. Да. Вот давай я ближе. Багорик. Не надо? 15 марта 2014 года. Леска потом. Ловим кумжу. Можно ее рыцарь. Ну. Морда. Ого. Подожди, подожди, Саша. О, Саня. Саша! Саня, Саня, Саня. Фу. Не взял, Саша. Взял. Лопка еще больше. Дикина. Вот это. Сейчас, подожди, сейчас бисмен достану. Отцепляйте пока, сейчас обоих взвесим. То, что поводок. Видишь, она за поводка выстояла. Это поросята.